Поприветствую вас, дорогие наши друзья, дорогие наши зрители. Я Саидмурод Давлатов, доктор экономических наук, доктор психологических наук, профессор маркетинга и бизнеса и основатель Международного центра развития человека САМО. САМО – один из лидирующих центров территории СНГ под тренинг в индустрии. Мы проводим семинары и тренинги в территории России, Соединенных Штатов Америки, Малайзии, Казахстане, Кыргызстане, Узбекистане, Таджикистане, Украине, Китае, Дубай, Турции. Дорогие друзья, почему мы продаем франшизу? Чтобы стать ближе к нашим слушателям. На данном этапе 21 городов территории СНГ уже действует франшиза САМО. Что выходит франшиза САМО? Эксклюзивное право в территории вашего города. Готовые инструменты, маркетинг-инструменты. Все документации, все система учет-контрола. Готовы 13-летний наш опыт, который мы уже за это время разработали. Полностью все инструкции по ведению мероприятий, по ведению финансов, по управлению, доступ к CRM-системе само, доступ к всем базам данных, можно сказать. У вас будет готовая упакованная система, по которой просто вы возьмете и действуете. Я Альбина Имашева из города Шымкент. Я 3 года являюсь бизнес-партнером школы САМО, бизнес-тренер. На данный момент я являюсь уже в официальном статусе франчайзер по городу Шымкент. Франчайзер школы САМО – это большая ответственность, большая возможность реализовать свой потенциал, помогать людям и тем самым стать финансово свободным человеком. Это партнерство либо франчайзерство дает возможность не только помогать своему окружению, а также помогать детям, помогать родным, близким, помогать другим людям на другом краю мира, потому что знания не имеют границ, знания не имеют религии, знания не имеют национальности. Добро пожаловать в школу САМО. Меня зовут Фарух, я с Узбекистана, солнечного франчайзера города Самарканда, Международного центра САМО. Почему я стал франчайзером? Потому что моя цель именно еще с детства помогать людям, помогать именно нуждающимся людям. Без разницы, может быть, в знаниях, может быть, решить какой-то техний вопрос, но именно помочь. У многих есть проблемы отношения, в семье есть проблемы, у многих есть проблемы воспитания детей, у многих есть проблемы в сохранении и управлении денег. У многих есть проблемы, как начать бизнес, как управлять бизнес, как расширять бизнес. Из этого эти все знания дает школа САМО. Иншалла, я хочу, чтобы во всех странах мира были школы САМО. Меня зовут Теленур Айсарова, я являюсь франчайзи в городе Алматы. 30 апреля я впервые посетила тренинг обучения Саидмурода Раджабовича. Это был 5-дневный тренинг для предпринимателей. Я получила большой багаж знаний, практических знаний. Я по приезду домой могла использовать эти знания, я уже увидела результаты, которых я добилась, и захотела стать представителем в городе Алматы. Я хочу, чтобы как можно больше людей в моем городе, в моей стране повысили свою финансовую грамотность, могли также использовать систему Саидмурода Раджабовича, и они справились со своими проблемами в бизнесе, кто-то расстался со своими долгами и улучшили свою финансовую стабильность. А сотрудничество само мне дает общение с новыми людьми, знакомства, интересные люди. Я могу также развивать себя, также ходить на обучение и заниматься самореализацией. Дорогие мои, если вы хотите стать причиной успеха других людей, если вы хотите, чтобы в своей жизни что-то принести польза для других людей, добро пожаловать. Вы можете вместе с нами служить своему народу, быть нашим партнером и развивать франшизу САМО в вашем городе. Вместе изменим этот мир к лучшему.